Вот у нас, видите ли, литовские руководители заявляют, что у нас то не так, это не так, экономика обрушилась и так далее. Ну, я уже недавно сказал, ну, у тебя было около 4 миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят тебя, работая в портах и так далее. То же самое поляки. Вот они видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки, я уже много раз говорил, это поляки, но это наши поляки. Мы с ними жили в мире и согласии, четверть века только при власти Лукашенко, никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивали польские флаги на балконах или где там. И уже в открытую заявляют при распаде Беларуси, Гродненская область отойдет, конечно же, к Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь. И у нас для этого методов и мер предостаточно.